присутствие на празднике спорта в городе Днестровске. У нас проходит соревнование гнуть штангу на количество раз 40 килограмм. Сейчас выступаю Титов. Слушайте, смотрите за техникой правильной. У нас тут 3 человека, не Фортун, Титов и Корчевая. 30 раз делать. 27. Еще два раза. Спортсмены из Тирасполя. Еще раз. Ну давай, еще 5. Вот внимательно. Громче. Титов сделал 3-4 повторения. И город Днестровск, Спарта. Очень хорошо сложен спортсмен. Результат 41. Еще один представитель Спарты. 5 килограмм вес. Тоже достаточно много будет поднимать, не меньше 40 раз. А на помост приглашается единственная, самая, я думаю, сильная девушка сегодня, которая решила потренироваться с парнями. У нас Корневая Татьяна, город Тирасполь, спортивный клуб «Титан». Давайте поддержим Татьяну. 15 лет Татьяне, и она решила побороться с парнями. 40 килограмм для девушки. Вот это сила. Мальчики, посмотрите, не каждый юноша это сделает. Вот это да! Поддержите Татьяну аплодисментами! Браво! Да, некоторые мальчики могут даже покраснеть сейчас. Вот это да! 21! Таня, поздравляю. И всех поздравляю. Так, а мы начинаем.